Жители Тюмени переживают за верблюда. В соцсетях люди сегодня писали, что хозяин посадил животное на цепь на улице, причем в мороз. Горожане предложили несколько вариантов, как освободить двугорбого, чтобы он не замерз. Хотели даже вызвать полицию. Однако верблюд по кличке Кеша чувствует себя прекрасно. Эта зима для него в Тюмени уже седьмая. Это среднеазиатский верблюд, который живет в Сахаре. В Сахаре днем плюс 50-60, а ночью минус 40. А так как этот верблюд рожден в московском зоопарке 9 лет назад, так как Кеша 9 лет, то есть он коренной сибиряк. Кеша у нас живет благополучно, он кушает у нас фрукты, овощи, овес, сено, у него не выводится.